Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Из данного видео вы узнаете о торговых возможностях стохастического осциллятора и о том, как лучше всего использовать его в своей торговой стратегии. Осцилляторами в техническом анализе называется класс индикаторов, которые характеризуют состояние перекупленности или перепроданности рынка. Они, как правило, эффективны при стационарном состоянии рынка, когда цена двигается в пределах сравнительно узкого рыночного коридора. А как известно, большую часть времени рынок находится в боковом движении, что говорит об актуальности данного инструмента. Стохастический осциллятор – один из самых популярных индикаторов в своем роде и отмечается тем, что довольно регулярно генерирует торговые сигналы с высокой вероятностью получения прибыли по сделке. Для того, чтобы добавить индикатор на график, выберите его из списка доступных индикаторов. В торговом терминале компании Amarkets он предустановлен в платформу, и вам не нужно будет скачивать его дополнительно. Технические параметры подобраны по умолчанию, но вы можете выбрать для себя индивидуальные настройки, протестировав поведение индикатора на исторических данных. Индикатор Stochastic представляет собой две линии – сплошную и пунктирную, а также две выделенные зоны – зона перекупленности – 80 и зона перепроданности – 20. Торговые сигналы появляются в следующих случаях. Когда сплошная линия индикатора пересекает зону перепроданности, снизу вверх формируется торговый сигнал на покупку. Когда сплошная линия индикатора пересекает зону перекупленности, сверху вниз появляется сигнал на продажу. Второй тип сигналов появляется, когда происходит пересечение сплошной и пунктирной линий, независимо от того, в какой области это происходит. Однако более правильно открывать сделки в момент выхода из зоны перекупленности либо зоны перепроданности. Рассмотрим на реальных примерах применение стохастического осциллятора. Например, на дневном графике по паре евро-доллар мы видим, как после пересечения двух линий индикатора и выхода из зоны перекупленности цена очень хорошо двигается вниз. Чуть позже на основе тех же показателей можно открывать сделку в лонг, то есть покупать. В данном графике прямоугольниками отмечены и другие удачные моменты для открытия позиции. Подводя итог, можно сказать, что стохастический осциллятор может стать отличной составляющей вашей стратегии и является полезным для торговли на любом торговом инструменте. Также данный индикатор позволит эффективно отфильтровать слабые торговые сигналы. Надеемся, данное видео было вам полезно. Всего доброго!